с нами сквад. Кто-то еще летит? Да, склад. Куда летим? Подальше. И точка стоит. Гарчики, короче. Куда-нибудь подальше. Я вот на какую-то ментовку падаю. Местную. Право есть. Чел. Да, один в центр упал. Я на ангары сел. Я пойду на второй. Оп, кто здесь стреляет уже? Я попугаю их. Чё за пустые комнаты? О. Чё за прикол? Чё, вообще ничего нет? Я еще X4 я нашел, блин. Гарсон еще не за. Алло, тут опять меня испугал. Бегаешь подо мной. Кто? Мы? Да. Да, нормально. Тут какие-то дома вообще даже не подойти. Они там стреляют? Первый охуярят, да. Так, кому голограмм надо? X4. Надо. Все, надо. Тормози. Это. Что тебе надо? Что-нибудь. Какое? Давай чёрку. А? Нет, это, да, это. Вектор скинул. Вектор скинул? Да. Я поставлю. Чё? Какую поставлю? Сейчас поставлю тут желтый. А, нет, какой я. Я сейчас зеленый. Поставил точку. Наверху, на втором этаже. Ты лез там в магазин? Чего? Какой магазин? Блин. Магазин. Под вектор, под ТП. Нет. Стас еще бегает. Где этот? На втором. Все, парни, теперь давайте внимательно, потому что тут кроме нас еще есть люди. Мы уже сходимся. Странно, что они стрелялись.
Может быть, и сказали то же самое и про нас, нахуй. На. Да, он что-нибудь стреляет. У тебя что там? Миник на? Если увидите у кого-то увеличитель этого. Газин, говорите. Ага, пока нету. Кто бегал? Звуки бегать не были. А, не может. Это правда. Все мой. Надо идти на них. Че сидеть? Идем потихоньку. Пока не обнаружим. Или они нас обнаружат. Да. Но только сейчас меньше на лут смотрите, смотрите больше по сторонам. Крыши. Старайтесь окна не бить, окна сдалека слышно. Кто там едет? На дороге, на дороге можно принять. Там едет. Пусть едет. На дороге можно хорошо принять. Кто пуляет? Я дал. Сменикай тепло. Пип выбежал с этого. А, с автобуса? Да. Где он, за автобусом? Нет, он спустился, вот он. Значит, где-то сейчас друзья придут. Надо обороняться, обороняться сейчас придут. Тут X8. Сейчас могут прийти. X8 возьмите, кому так. Надо. Пока не надо. Ну, блять, жалко. Кто-то возьмите, чтобы с собой носите. Я заберу. Если никто не заберет потом. Тоже X8. А. Тут сверху. Я его убил. Сейчас еще придут. А, значит, он был тут? Я не знаю. Да, он был тут. Бля, палка где только что была? А, у меня есть палка. На. У меня есть палка, есть. Тогда одену. Сейчас еще могут прийти обидчики. Погоди, а Вову кто разъебал? Ну вот этот ящик, который мы сейчас... А Вову еще не лутали. А где второй? Кто бежит? Я. Один, видно, там лоханулся и упал не там, где надо. Да, ну я взял восьмерку на запас. Восьмерку. На запас. Короче, я предлагаю лутом завязывать. Что, а у Скарель... нет, второй. Я скарб поменяю на юмпа. Голограф есть у кого-нибудь нормальный? Не голограф, а этот. Точка. Климатор. Климатор. Нету лишнего. Кого-то там банки, аптечки, что-то. Забрали, у меня ничего нет. У меня 4 аптеки, 6 банок. Одна аптека, 2 банки. Банка и все. Дай нам тик. Так, вот вам по одной аптеке. На тебе 2 банки. Пашка, сколько банок? 2 нормальные. На тебе еще одну.
Еще одна лежит. Так, ну я побежал, сейчас будут прийти к нам. Давай зайдем посмотрим с крыши. Иксы. О, моя вторая каска наконец-то. Теперь кому здесь надо? Х4, да тут там еще внизу в ящиках есть. Тут есть еще надо. Много. Это Х4. 4, блядь. Целая тонна. Меня нокнули? Где? Напротив. Где? Где-то. Под нами. Снизу. Под зданием. Я лежу на крыше. Под зданием, слышу, бегает. Наверное, не под зданием, а... Сползу к тебе на крышу. Давай. А вон есть. Он. А, вот он, вот он. На ступеньках. Сзади. Есть, есть, я. Стас, ты можешь поднять чуть-чуть. Меня? Где он, где он, где он? Ты можешь меня поднять, потому что он, да. Он за зданием, там где автобус. Со стороны автобуса, он там внизу. Я на него пульнул, я не знаю, может убежал. Он там, да, с той стороны на 320. На первом, на улице. Поднимаю, поднимаю. Я в обход иду. Есть убить. Блять, где он, сука, бегал, блядь? Внизу, я убил его. Так, давай, долутывай. Сразу упал? Да, да, он был один. Здесь есть этот красный прицел этот. Коллиматор. А, точка, отлично. Мне уже нечего брать здесь. 40 маленько и все. Броник надо второй мне найти. Ну где-то я не помню где. Возьми хоть какой-то, чтобы был пока что. Не, первый броник есть. А, нет. У меня и первый-то убиты. Пойду поищу первый поцелее. А он тут где-то валялся. На крыше, по-моему. Не, все убито. А сейчас побегаем. Первую не проблема найти. Мы в зоне. Кто у нас по зоне? Мы в зоне, но к нам могут прийти. Так, следи, чтобы на этих, на автомат бегайте. Без прицелов. Без прицелов? Ну, без прицелов. Если кто-то перед вами появится, чтобы сразу зажать. А то бывает. Человек убежит, а у тебя Х8. Это не шумите с окнами. Мы же не знаем, кто еще в город зашел. Ну да. О, второй броник. Все. Держи, каска нужна, а вторая каска. О. Ой-ой-ой. СКС. СКС. Я вектор, походу, был. Эй. Длинная М-ка. Ну, это уже никому не надо. Даже патроны не... тоже. Здесь полный вектор это собранный. Не надо. Надо сейчас пойти обратно в то здание, где мы и этого. Так, надо еще пятерок бы. Смотрите, осторожно, я отойду. Пятерки есть, Пашка, поделюсь. Сколько дать? 180 у меня. У тебя 180? Да, нормально. У меня 312. Ну на тебе еще. Так, сейчас, сейчас найдем еще, наверное. Это сторона... Дайте пока там вот 30-ку.
Если что-то под снайперку есть, говорит, тоже. Под снайперку? Нет, ничего. Вот нам и глушители тут был. Оба шоли, да. Есть магазин на снайперку. О, давай. Это мне надо. А у тебя, Саша, что было? У меня быстрого доступа. Так, давай быстрого доступа отдай. Да. Да, не мне. Как тебя зовут? Даник. Даник. Сейчас бегу, бегу. Сейчас зона сойдется, скорее всего. А где это вы поставили? Где вы ставили? Здесь у нас. У меня с собой. Идем до ангаров. Ангарах, я думаю, они были. Да, может, падали сюда. Не, аптечки есть. Так, мы уже не в зоне. Как раз в нее и бежим. У всех восьмерки, правильно? У меня даже глушак на восьмерке. Можно... А, нет, наоборот. Все, вот так, глушаком. Теперь можно сдалека стрелять. Скайса все злошу. Тут, по-моему, лут она. Хрена нет. Есть джип, вторая каска. Пашка, тебе нужна была? Не, я нашел. Я фул 2. Мне надо второй броник. Сейчас поищу. Ну, идем нам на гору на пешком. А вот эти вот ангары никто не лутал, нет? Да вот непонятно. Сейчас пробежим. Вот второй броник на мне. Сижу на точку бронике. Поставь. Сижу. Не-не, поставь точку, я сейчас вот здесь хочу пробежать. КС есть. КС. СКС, нет. Кто-то едет. Кто нашел второй броник? Еще второй броник. Там лут. Так, 50 секунд, надо быстрее. Надо бежать. Да, побежали в гору. Да, подожди. Ступеньки такие высокие. Рядом где-то наверху стреляют. Да. А, здесь только на горах их залезть. Сейчас. Вот отсюда может. Вот где я сейчас иду? Нет. Здесь можно. Я здесь падаю. Компенсатор под винтовочки есть. А? Нет, на снайперку нет. Один стоит на этом. Ну куда свалили-то? В зону идем. Где вы, где зона? Бежим. Я хочу в спину зайти пацанам, которые тут перестреливаются. Сейчас видишь? Мы к тебе подходим.
Не, мы их слышим. Да я их слышу. То ли в ангарах здесь чуть ниже. Налево идем, я знаю эти холмы. Уже сидел здесь. Вот налево, вон те холмы перед нами. Надо он перестреливается, блядь. А вон, на 200 далеко-далеко в поле. Сбегаются два человека. Зона подгоняет. А, блядь, зона, ёпта, ёпта. Прям перед нами, вон на СВ люди. Вижу. Один за камнем, вижу одну голову. Да. Опа, причем вроде. Один окнул. Чел хотел в тачке отсидеться. Справа еще. Есть кто-то слева, если не ошибаюсь. Справа, нет, справа, блядь. Справа тело. Где справа? Он бежит на 240, 250. В низине. За деревьями плохо видно. Вижу его. Далеко, капец. Двое еще бегут. О, не, это бесполезно туда стрелять. Так, короче, нам надо в зону. Сейчас банку выпью. Да. Здоровый поправить. Этих завалили или нет? Нет. Тебе шкил не пришел, они отхиляли, сейчас будут нас бить. Пока мы бежим. Есть, я вижу. Вон они сидят за тем же камнем. Дальше. Пробивать их. Я одного нокнул хедшотом. Дали мне. Так, 8 секунд побежали. Побежали 8 секунд. Пусть они пока хилится. Пусть они хилятся пока что. Мы в машине, блядь, по-моему, в джипе сидит хрен. Он так уже пытался, я не знаю, мне кажется, машину, он там машину в спину. Ой, оружие в спину. Быстрее будет. Аккуратно, в машине справа может сидеть чел. Может. В джипе. Нету, нету. Я больше домов боюсь, чем машины. Так, домики, там двери открыты, но нам надо туда продвигаться. Проверяем, что в доме никого. На улице кто-то есть, не? Такие звуки, как будто там бегают. Я пробежал. Как будто сзади, откуда мы пришли. Сейчас выйду на улицу, посмотрю. В соседнем доме проверяли? Не-не. Кого нету в здании? Еще и не лутано. Что делать здесь? Две банки, у кого больше. У меня 5 банок. 3 банок. Потом можешь дашь одну. Или давай сейчас, давай одну. На. Одну. Так, все, бежим. А, мы в зоне, не? Стой, дай. Нам надо чуть-чуть продвинуться. Вон налево есть какой-то, видите, бокс такой, ангар. Надо его занять и все, и держать его. Он открытый. Ну и что? За ним будем сидеть. На улице. Так, а там уже пуляют. Опа, блять, машина сражена. Может за ангаром сидит. Нету. Я здесь за ангаром, нету никого. А на крыше могут лежать?
Да не, подбегали бы, увидели их. Да я здесь в кустах, меня не видно, я их, я все вижу, да. Так, ладно, обсматриваем территорию. Здесь за холмом, я думал, где. Не, я смотрю сюда, аккуратно. На крышу не залезть, да? Можно, можно, но не надо. Тебе там снимут. А, тут, в принципе, неплохо за ангаром. Да, нормально здесь. Я лег на крыше. Смотри, чтоб тебе там с горы справа не дали. Осталось мы и склад еще один лишний, походу. Да, 7-8. Или мы еще два сквада, там разделенные. Так, может быть. Даже три, может быть. Если там еще одиночек много. Да, узнаем все. Так, ага, справа на... где-то пулят, да. На 280. Мы в зоне. О-о-о! Стас, осторожно, там тебя с горы могут снять, не? Меня не видно, я лежу. С 260 я не могу снять? Нет. У тебя так ноги торчат. А слева. Я лежу. А с низины тебе не могут слева дать? Посмотри, там же тоже холмы. Да могут. Оттуда могут. Низины могут, но вот так не могут. Холмик, блядь, будет походу и гасить. Так зато я теперь сверху все вижу. Ты понимаешь? Лучше нам бы было на холму быть. На холму? Не-не-не, здесь нормально, ставь. Потом. У меня ж теперь обзор наверху есть. Я вот вижу. Справа идут, подходит к нам. Справа. 290. Возможно, спалили меня, ушли за холм. Да-да-да, одно тело, 200-300, за холмик сел. Недалеко. Ты где угасишь сейчас? Ну да, там стреляются как раз. Давайте уже, перебейте все друг друга. Оставьте нам одного. Готовьте, сейчас они походу будут бежать. Вова, Вова, ты с нами? Да. Помогай. Чем? Смотреть, говори, где. Это сзади, что ли, или? Не, не сзади. На 300, 290. 295, один за деревом. Есть. На 275. Поднимите меня. Секунду. Убил. Это тот одиночка. Все, осталось 4 человека. Тихо, 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 тишина, тишина. Тишина, если подойдут, мне надо будет встать. Снизу Стас, этот банк. Бегай, ярки. Стас, не лежи. Не лежи, сейчас одиночка остался. Да, садись там. Зона внизу. Кто так бегает быстро? Банки нахуяки да, по полной. Все по две банки. Банки, видите? Банки жру. Тихо, 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 тихо. Зона 40 секунд. Нам надо быть все равно туда двигаться. Надо за камень. Вот где мы убили тело последнее, надо туда. Да, вниз. Он скорее всего справа будет, потому что там его друг был. По месте идите. Идем. Я побежал. Так. Вот он у меня. Я? Это у меня? Вроде у меня. Там за горкой лежал. На 230, если не ошибаюсь. Лежа лежал. Ну все, зона у вас так видео. Пашка, не семафор, или справа, или слева. Давай, я справа.
Блять, я думал, отсюда граната прилетела. Я туда кинул в него. Нет. Закидайте его гранату, не сошли есть. Уверен, что он там? Он там примерно. Где граната, вроде там я что-то видел. Когда я бежал. Где ему еще быть? Банки херачи. Банку пистос. Зона чуть ниже еще. Тут дерево есть, можно за дерево встать. У меня гранат нет. В принципе, если втроем, то есть, чтобы мы умнете. Да, без иксов только. На этих. Подожди. Что он там идет? Там его кинули. А он, скорее всего, на 215 за холмиком лежит. Все, пошли. Пошли, пошли. Вперед. Турмы. Да, сикусой, вон. Убил. Да, он там. Первое место уже второй раз, а? Там он Питеров лежал, нету. Где я его увидел. Он там автомат перебирал, банку пил. Из-за этого я заметил его. Спалился.